Мы решили погулять по марше Бонжур. Бонжур? Тесто по старинным рецептам. Да. Орешки в сахаре. Чай. А нет, это кофе. Джем Прованса. Попали в старинный Прованс. А здесь у нас школа. Оливки Прованса, les olives cassées называется. А там небольшой аперитив. Разговаривает по-провансальски. Je suis monsieur le curé, on lui donne le respect. Non mais regardez-moi là. Regardez-moi le. J'ai pas frappé la femme. J'ai juste un peu redressé la situation. Que si vous aviez bien éduqué votre petit, j'aurais pas eu à le faire. C'est tout. Théâtrale pièce. Что происходило раньше в Провансе? Curé. Augustine, je veux dire. Voilà.
beaucoup. Voilà, donc vous savez tous que malheureusement, cette année, nous avons perdu notre... Интересно, за ними наблюдать. Малютка какая в коляске. Уфа. Утлик не хочет идти. Мы зашли в церковь, вы видели. Теперь решили прогуляться по этой красивой деревне. У меня уже есть видео. Наверное, год назад мы приезжали сюда. Теперь многие дома, вот этот, например, дом очень большой, продается. Стоят они здесь очень-очень дорого. Очень красивые дома.
много туристов, особенно летом здесь много-много туристов. И помните, мы поднимались вот по этой лестнице, чтобы посетить разрушенный замок. Вот бы заглянуть в окошко. Там что-то красивое. И начинается ветер. Музей, который мы посещали, сегодня воскресенье, он закрыт. И сейчас я вам покажу вид, который открывается отсюда. Великолепный вид на Вуклюз. Спасибо, кто остается с нами на нашем канале YouTube Лена Франс. И до новых встреч в Провансе. Ветреным, но очень красивым.